как это происходит? Ну, у каждого человека по-разному. Я же вот у меня вот так произошло, так, через собственную музыку, там, у кого-то по-другому. Потому что Господь всегда дает человеку возможность прийти к нему. То есть, или там какую-то книжку посылает, или какого-то человека посылает, или вот какую-то ситуацию такую создает, что вот то, чтобы человек задумался, вот, а может мне вот как-то вот так вот поступить. Вот, у каждого человека по-разному. И потом, главное даже не вот этот самый момент, когда ты решил и пошел по нему. А на самом деле начинается потом. А вот оно того стоит. Вот впереди вообще неизвестность. Вот взять, бросить сцену на взлете карьеры, а получить ничего. Вот только вот, ну не хочешь, ну иди. И вот тот, кто поверил Богу, вот тот продолжает этот путь.